Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 22. Расположи данные числа в порядке возрастания. Итак, 1/15 будет меньше, чем 1/12, меньше, чем 1/10, меньше, чем 1/7, меньше, чем 1/5 и меньше, чем 1/3. То есть 1/3 получается самое большое из данных чисел, а 1/15 самое маленькое из данных чисел. Б. Расположи в порядке убывания числа. 1/2 больше, чем 1/3, больше, чем 1/4, больше 1/8, больше 1/9, больше 1/16 и больше 1/25. Делаем вывод, что число 1/2 больше, самое большое из данных чисел, а число 1/25 меньшее из всех приведенных чисел. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.